Эта футуристическая коллекция под названием «Квадратура» принадлежит студентке Юле Савенковой. У преподавательской комиссии она вызвала массу вопросов, в том числе за какую сумму такие авангардные вещи можно продать. Юля оценила свои костюмы в 6-9 тысяч рублей. Все-таки ручная работа. Такого больше нигде не встретишь. Взять на диплом авангардную тему – это достаточно сложно, я бы сказала, рискованно. Но Юля... Несмотря на свой такой романтичный вид, она очень с твердым бойцовским характером. Она не теряется, она всегда добивается поставленной цели. Ольга Толченова готовит своих моделей к показу. Ее коллекция называется «Бумажные куклы». Однажды ей попалась в руки книга по созданию оригами и вдохновила ее. Только костюмы не из бумаги, а из ткани. Коллекцию отличает угловатость, геометричность, что напоминает фигурки оригами. Цветовая гамма из актуальных в этом сезоне цветов – серый и зеленый. Присутствие черного – желание хозяйки коллекции. Это ее любимый цвет. Главная фишка, говорит Ольга, – это многофункциональность. Если отстегнуть лиф, вот он на кнопочках у нас, то образуется юбка. Причем юбка очень интересна тем, что ее можно расстегивать и сзади, и спереди. Все костюмы Ольга шила вручную, создавала эту коллекцию несколько лет. Ее работу оценили на прошедшем недавно в Орле фестивале молодежной моды «Вдохновение». Девушку пригласили стать дизайнером одного из популярных магазинов в Москве. Наш автор, он должен доказать, что его работы самые лучшие, что его модели самые презентабельные, и что их будут раскупать, конечно, и у них будет свой покупатель. Алина Чебана, Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».